На катере! Есть на катере! Захватить-ка двух командировочных! Есть захватить двух командировочных! Благодарствуем! Пошли! Пошли! Товарищ моряк, извините, как вы думаете, не укачает нас? Нет, разве же это волна? А на каких же волнах больше укачивает? Да лично меня на море не укачивает. Я моряк бывалый, уже лет 20 морские песни пою. А вы что, военный моряк, да? Нет, я торговый. Моряк дальнего плавания из Одессы. Вот недавно в Нью-Йорк ходили. Вы были в Нью-Йорке? Был, а что? Я всюду был. Я в Греции был. А вы сами понимаете по-гречески? А что ж тут понимать? Как у греческий порт пришли, так сразу слышим «Хай ду ю ду, гудбай». Что ж тут непонятно? Ну, это понятно. Или у Виталии, например. Дельфии, говорят, у них язык красивый, а? Не сказал бы. Ну. Как на берег сошли, сразу слышим «Гудбай, хай ду ю ду». Или вот, скажем, приходим мы у Турции. Ну, тут ясное дело. Хай ду ю ду и гудбай. А где вы еще были? У Марселя были, во Франции. Мы там трое суток стояли. Мы, между прочим, там не одни стояли. Там в это время как раз заводы стояли, фабрики, автобусы стояли, трамваи стояли. Это все из-за тумана, да? Нет, из-за шумана. Слышали, наверное? Ясное дело, газет читаю. Ну и правильно делаете. Потом пошли мы в Нью-Йорк. Там как раз интересный суд был. Одного мальчика судили с богатой семьи. И знаете, за что судили? Ну? За экономию. Ну? Хотел сберечь родительские деньги. Свистнул у папочки пистолет и перестрелял из него родителей и близких родственников. Но на суде у мальчика спрашивает: «Гарри, зачем ты это сделал?» А он говорит: «Я кино очень люблю». А тут как раз в газете «Нью-Йорк Таймс» я прочитал, что у кино будет бесплатный сеанс для круглых сироток. Вот бандит, а? Правильно. А что с ним сделали? А подписали с мальчиком договор на главную роль в картине «Малютка-гангстер». Там обожают прямо такие сюжеты. Скажем, вот такой сюжет я видел картину. «У бабушки хорошее наследство». А у внука плохая наследственность. Бабушка закапывает наследство, а внук закапывает бабушку. В это время приезжает дядя-алкоголик с пожилой сумасшедшей тетей. Тетя поджигает дом, а дядя тушит тетю у духовки. Потом дядя выкапывает бабушку и докапывается, куда она спрятала наследство. Здесь появляется малютка с автоматом, дает короткую очередь по родственникам, достает сокровища и открывает мюзик-холл и ставит веселое ревю под названием «Куды бабка, туды и я». Неплохая комедия, да. А? Нагляделись вы, вам посочувствовать можно. Ой, не говорите. Вот так вернешься с такого заграничного рейса, войдешь у родной Одесской порт, поднимешься по нашей знаменитой лестнице, пройдешься по бульвару имени Фельдмана, вздохнешь полной грудью и скажешь: «Ах, каким чистым, здоровым воздухом дышим мы, товарищи дорогие!» Не раз моряк и океана меня трепал и шторм и шквал, и в разных странах иностранных неоднократно я бывал.
Но где б когда бы не ступала матроса русского нога, поверьте мне, не забывал он свои родные берега, родные берега. Кто знает, как для моряка минута эта дорога, когда в туманном свете маяка вдали покажутся родные берега. Там в Сингапуре и Бомбее сиял небес лазурный свет, но верьте мне, что голубее родных небес на свете нет. И нет прекрасней и дороже, звучней родного языка. И нет среди нас таких, кто может забыть родные берега, родные берега. Кто знает, как для моряка минута эта дорога, когда в туманном свете маяка вдали покажутся родные берега.